Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Подписывайтесь, лайк, комментарий приветствуется. Мы же сегодня с вами в этом видео будем учиться, как делать прикольные, красивые, классные, самое главное, простые циферблаты, которые вы видите сейчас на своих экранчиках. Чтобы делать такие простые классные циферблаты, нужны только гифки и более ничего. Это действительно просто и бесплатно. Но прежде чем начать уже показывать вам, как делать такие простые, крутые, классные циферблаты, я хочу вас попросить, загляните, пожалуйста, в описание видео. Там есть ссылочка на Яндекс.Маркет с 20% скидкой. Промокодик, а также, дорогие друзья, промокод на каждую покупку на 100 рублей. В том числе там есть и носимые устройства, в частности умные часики, наушники, ну и еще много всего интересного. Чтобы делать такие циферблатики, мы берем свой телефончик. На телефончике мы с вами заходим в Galaxy Wearable. В Galaxy Wearable выбираем мы с вами вот этот вот пунктик циферблатики. Далее нам нужно спуститься вниз и найти строку «Базовые». В базовых циферблатах выбрать вот это вот «Фотографии». Ждем, когда он загрузится в главное меню в основное, и нажимаем «Настроечки». В «Настроечках», дорогие друзья, мы с вами переходим в «Фон», нажимаем на «Галерею изображения», и здесь выбираем все гифочки, которые у нас есть. В моем случае у меня их 1, 2, 3, 4, 5. Вы можете их сколько угодно туда нафигарить, как говорится, лишь бы скачать или сделать самостоятельно, как я в своем случае. Нажимаем «Готово». Дожидаем, когда они у нас все прогрузятся уже в форму этого циферблата. Когда все прогрузилось, мы можем с вами выбрать готовые циферблаты. Вот здесь это значит, имеется в виду какие-то здесь шрифты, как будет выглядеть время, ну и некоторые данные. Также мы можем выбрать тип часов самостоятельно уже. Я выберу вот этот. Здесь же цвет часов мы можем с вами выбрать. Спустившись чуть ниже, я возьму зелененький или нет. Вот такие фиолетовые. Ну а далее дополнение. Первое, второе, третье и четвертое. Даже пятое есть. Ну и цвет дополнений тоже меняется. Когда вы это все выбрали, нажимаете «Сохранить». И по факту у вас получается вот такенные вот циферблатики. Теперь просто берем их, оп, а есть, и погнали. Вот так, дорогие друзья, в принципе, это все легко и просто. Я забыл же вам еще сказать, что у меня есть телеграм-канал новостной, и там же существует чат. Обязательно подпишитесь на него, но и не забывайте, вы были на канале SmartWatch, подписывайтесь на канал, видим, делитесь, а также лайки, также комменты. Пока. Спасибо за вашу поддержку.